магазине «Все для чая» есть 4 чайные ложки. Вот к тем, помните, да? 5 чашек, 3 блюдца, и еще, гуляй не хочу, привезли туда 4 ложки. Сколькими способами в этом замечательном магазине можно купить чашку, блюдце и ложку, да? Надо умножить 5 на 3 на 4. Конечно. 60. Это получается 60. Да.